Програма «Твій ранок» продовжується. Ми в прямому ефірі і в нашій студії вже з'явилися дуже цікаві та яскраві гості. Це вокальна група «Kindermix». Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ось такі вони позитивні, позитивні маленькі «Kindermix-ики». І творчий керівник колективу – це Антон Лозовський. Також тобі доброго ранку. Доброе утро. Почнемо з того, що перше питання буде тобі. Це що ж собою являє взагалі вокальна група Kindermix? Ну, вокальна група Kindermix, прежде всего, это дети. Прежде всего, это дети, которые занимаются, которые развиваются, становятся маленькими звездочками на наших сценах. И впоследствии, я думаю, что из них вырастут огромные звезды шоу-бизнеса, которые будут сиять и освещать все вокруг. Ну и, конечно же, это наш коллектив. Коллектив, который обучает детей вокалу, хореографии, актерскому мастерству. И наш руководитель, человек, который следит за порядком. Хотел бы, конечно, сказать их имена. Это Инесса Цыпина, это человек, который следит за порядком всегда, с нами, все решает. Абсолютно с любым вопросом к ним можно обратиться и очень любит детей. Это добрые и злые полицейские в одном образе, так? Да, так и есть, да. Потом, конечно же, это преподаватель по хореографии Мария Лисовая. И еще один преподаватель у нас есть, это Илона Гудзенко. Также это преподаватель по вокалу Вероника Завьялова. И я преподаю актерское мастерство в вокальной группе Kindermix Show. Ну и вот это вот одна наша большая, огромная семья. И хотел бы сказать еще, знаете что? Что вокальная группа Kindermix – это семья. Вот, если ответить на этот вопрос именно так, то это одна большая, огромная семья, которая друг другу помогают, всегда вместе и дружит между собой. Угу. Хочу акцентувати увагу на тому, що ось назва «вокальна група», так? Да. І багато хто з батьків ось думає, ось буквально вчора була розмова з одною з матусь, і вона каже, ось я не знаю, куди віддати свою дитину, чи в вокальну групу, чи в хореографічну, чи в театральну студію. А ось у вас оце усе об'єднується в одному. Як ви акцентуєте увагу саме на цьому поєднанні? Це комплексне навчання. И вот вы знаете, вот есть вокальный кружок, говорят, да, или вот в какую студию отдать ребенка. Мы не кружок, мы не студия. Я бы сказал, что мы академия, я не знаю, даже академия, школа. Вот школа. Мы даем не просто какие-то вот просто знания, мы даем азы, мы даем образование, эстрадное образование. У нас существует, то есть у них несколько предметов у этих детей, которые сейчас сидят, улыбаются, да, и быстренько такие какие-то. Вот, ведут себя хорошо все. И это, ну вот, это образование по хореографии, вокалу и актерскому мастерству. Это в комплексе. У них все эти предметы есть, они всем этим обучаются и работают очень много. Также большое внимание мы уделяем тому, чтобы дети выступали. Потому что, ну, непонятно, то есть мы, конечно же, мы занимаемся вокалом, у нас распевки, песни мы учим, много всего рассказывается на этих занятиях, на хореографии растяжки, ставят спину, ну, то есть все азы и дальше как бы развитие в этих предметах. Но если мы не выступаем, этого не показываем, то детям непонятно, зачем, для чего это вообще в принципе. Мы очень много выступаем, очень много выступаем. Я думаю, что каждый зритель мог нас где-то видеть обязательно, потому что на каждой концертной площадке в городе Харькове как минимум мы выступили раза по 4. Это 100%. На некоторых площадках мы постоянные гости и дарим свои творческие подарки зрителям. Поэтому хотел бы акцентировать внимание на том, что мы комплексно обучаем детей и даем эстрадное образование. Ось, ну, дуже цікаво це чути від керівника, ось хотілося б почути це від дітей. Тому, я думаю, саме час представити кожного з маленьких зірочок. Да, обов'язково. От з краю сидить, це Варя. Варя, помаши ручкою всім. Да. Це Настя Гордієнка. Це Лук'яненко Таїсія. Даніелян Аніта. І Ципін Міша. Ось так. Ось вже одразу акторська майстерність та самопрезентація. Слухайте, ось я хочу вам задати питаннячко. Дівчатка, поверніться до мене. Питання таке.
Що вам найбільше подобається у вокальній групі Kinder Mix? Мені більше всього подобається, що там дуже багато дітей, і вони всі різні, і ми всі дружимо, і виступаємо вместе. Це дуже класно. І... Мені подобається, що ми танцюємо, поємо, граємося. Угу. Да, играться они точно любят. Да, и волнуюсь. Это 100%. Миш, что тебе больше всего нравится? Если честно, мне больше всего нравится приходить на занятия, когда на общие и по традиции так подраться с пацанами чуть-чуть. Ну, это перед занятием, Миша. Надо перед занятием, ну, так, чуть-чуть, легенько. Легкий бокс. Разминочка. Легкий бокс. Тая, ты что нам скажешь? Мне очень нравится урок вокала и хореографии, потому что там можно много всего узнать и много интересного. Много всего интересного. Варя? Мне очень нравится ходить в Kinder Mix, потому что я там учусь. И мне всегда нравится то, что я с ними выступаю, и я всегда с ними выиграю. Вот. Ось. Всегда выиграю. Головне досягнення. Ось, давайте зараз так домовимося з вами. А Антон закриє вуха, не буде чути. А це ваш викладач з акторської майстерності, так? Так. Що вам він вам цікавого показує на заняттях? Все. Ось найцікавіше, найцікавіше. Уши закрой. Антон нам дає таке образование, щоб можна було на сцені виражати свої емоції. Ну, Антон! І що ще? Емоції, добре. Показали емоції, що ще? Ще... На актерском мастерстве мы учимся быть настоящими артистами, правильно вести себя на сцене. Тот, кто боится сцены, не боятся ее. Угу. Ты хотела еще что-то сказать, так? Мы там еще рисуем, занимаемся. И все. І все. Добре. А ось Антон, все, можеш так, можеш відставати вуха. А ось Аніта сказала, що діти зовсім різні, різного віку, і ось до тебе питання таке дуже актуальне. Наскільки я знаю, у вас різні вікові і соціальні особливості учасників. Да, ми обучаємо дітей абсолютно різного возраста. Це від 3 років, є такі міні, да. Совсем маленькие детки, которые уже со своих 3 лет, даже самый маленький у нас был 2,5, которые уже что-то пела, что-то могли петь, и до 16 лет. Но хотел бы рассказать вам о социальных таких интересных аспектах нашего коллектива, о том, что у нас учатся дети разного социального статуса. И это есть дети, которые у нас из детского городка Отрадного, есть из интерната, есть дети ограниченных физических возможностей. И наши дети, они абсолютно не понимают разницы. То есть они такие же, вот они приходят в коллектив, они такие же. Если их поставить в ряд, то никто в жизни вообще не скажет, что это какие-то другие дети. Они не выглядят забитыми, они не выглядят грязными, непричесанными. Ну, там много всяких каких-то таких качеств, о которых можно сказать, когда есть ребенок из детдома, то его обязательно видно. Почему-то все так считают. У нас такого нету. Они абсолютно все равны, и дети социально адаптируются. Кроме того, хотел бы вам сказать, что мы такую цель преследуем, чтобы социализировать детей. Не просто научить петь, танцевать, актерскому мастерству, как правильно себя вести на сцене, а о том, чтобы дети были полноценными участниками вообще общества, да? Общественными деятелями, я не знаю, ну, социально адаптировались, для того, чтобы им было вообще абсолютно все равно. Они могут выйти на сцену и сказать что-то, выйти в школу. Для них не представляет никакого труда выйти в школе, рассказать стих. Или спеть песню. Нужно, мы выйдем. Нужно познакомиться с каким-то ребенком. Да, они подойдут и скажут, привет, меня зовут Миша, или меня зовут Анита, давай дружить, все, мы идем дружить. Нужно провести какую-то экскурсию, знаете, у нас так есть. Нужно провести, пришел новый ребенок, нужно провести экскурсию по Kinder Mix. Ни у кого вообще не возникает никакого
сомнения или страха, или, может быть, кто-то стесняется. Тут нету такого. Иногда, конечно, для нас, преподавателя, что нету какого-то такого стопа, а для нас это существует какая-то менее проблема. Но этим можно управлять. Но вообще дети вот социализированы. В том, чтобы у нас есть девочка, у которой есть, ну, как бы, как сказать, ограниченные физические возможности, дети учатся помогать этому человеку, но не жалеть его. Вот, знаете, что вот есть, когда жалеют, а когда просто помогают, просто это точно такой же человек, но он чего-то не может. И они это понимают, и просто помогают, и относятся к нему точно так же, как и к другому. Тобто, якщо я правильно зрозумів, ось так звана соціальна адаптація, вона починається з першого кроку, коли дитина приходить у вокальну групу. Да. Так, це дуже добре, це радує. І повернуся до вас ще раз. Я знаю, що ви виступаєте на одній сцені з відомими зірками, так? З відомими виконавцями. Так. І ось давайте так домовимось. Кожен з вас зараз скаже по одній зірці, з якою вам сподобалося найбільше всього виступати на одній сцені? Давай, дівчинці, перше місце. Наталія Май. Угу. Хто ще? Кварта. Кварта. Я так і знала, Аніта, що ти поп'єш мою рекорд. Олександр Кварт — це наш огромний друг, тому всім дуже подобається, коли ми з ним совместні пісні. Добре, з ким ще виступали на великій сцені? Наталія Май. Наталія Май, так, і її дочки. Наталія Май. Да, от, да. Я зрозумів, улюблениця — це, да, Наталія Май. Та у нас просто, ну, два артиста, дві таких звезди огромних, которые... Кажи. А я когда-то пел на сцене рядом с Александром Квартой. Угу. Вот так. Угу. Да, да. Это наши друзья. Так, я зрозумів, це члени величезної сім'ї Кіндермікс. Так, це вже члени сім'ї, це 100%. Добре, хто ще? З ким ще співпрацює? Ольга, недавно був концерт, посвящений Дню матері, і ми виступали на сцені з Ольгою Сумською. Также... Это было очень интересно, но хотел бы рассказать, вы знаете, каждый ребенок сказал о Наталье Май, это заслуженная артистка Украины, которая также пишет для нас песни. Вот, и Наталья Май — наш друг, который уже знает темперамент наших детей, да, то есть она может позвонить и сказать, что, в общем-то, у меня есть для вас песня, вот она вашим детям идеально подходит, и вот и наши дети, у нас есть Kindermix, она написала песню для нас, наш гимн, «Одна семья», ну и также есть сольные песни, которые она специально написала для наших детей. Угу. Добре, я бачу, що колектив дуже-дуже різносторонньо розвинутий, і хочу ось наприкінець, на жаль, час вичерпується, спитати про творчі плани колективу. Ось що планується найближчого часу, таке наймасштабніше? Ну, знаєте, це наполеоновський, да? Ми, звісно ж, хочемо розширятися. Ми хочемо більше дітей навчити правильно петь. Ви знаєте, существує багато різних таких ситуацій, коли детей не учат этому. Вот просто приходит этот ребенок, спел пару раз одну песню, и все. У нас это происходит не так. У нас дети очень большое внимание педагог уделяет тому, чтобы дети правильно произносили слова, для того, чтобы они распевались, раскладывать на голоса. Мне кажется, что в некоторых вокальных студиях не существует даже инструмента, под который распеваются дети. У нас стоят инструменты, и, в общем, дети распеваются, и это сложные распевки. И если мы учим песню, то учим ее, знаете, досконально. Вот это, то есть, очень кропотливо, для того, чтобы все ноты были пропеты. Ну, это просто не, знаете, существует караоке-стайл, у нас не так. Мы, вот как я уже говорил, что мы не просто кружок какой-то, мы школа, мы даем образование.
Потом, что бы я хотел еще сказать, ну, естественно, расширяться. Потом в планах мы организовываем разные мероприятия, на которые ходят и выступают наши дети. Найключевое. Ближайшее, которое состоится 24 сентября, это «Принцесса Харькова». Это просто масштабный, это масштабный проект, в котором участвуют детки разных возрастов. И, то есть, каким-то изюминка этого конкурса, что у нас существует нулевая категория. Это будут участвовать детки от 0 до 4 лет. Но 4 лет они, конечно, выходят с мамой. Я думаю, что не каждый сможет выйти без мамы, когда ему там, допустим, 9 месяцев. И это будет очень интересно. Я в Харькове еще такого не было. И мы хотим попробовать, я думаю, что, конечно же, все получится. И как бы регистрация еще до сих пор идет. Мы приглашаем каждого ребенка, кто хотел бы поучаствовать, попробовать себя в этом конкурсе масштабно. Добре, я офіційно вас запрошую ще раз до себе в гості, щоб докладніше поговорити про проєкт «Принцеса Харкова». І, на жаль, вже буду прощатися і глядачам. Нагадаю, що в гостях у нас була вокальна група «Kindermix». Якщо ви ще якимось чином не бачили їх на харківських сценах, то ви обіцяємо обов'язково побачити. І наприкінець пропоную подивитися невеличкий виступ ось цих яскравих дітей. Дяди, мы вас видеть рады, позабудьте обо мне.